Субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в следующем году сохранится. О намерении Министерства транспорта России в 2017 году сохранить субсидирование на полеты в Калининград, Крым и Дальний Восток журналистам сообщил глава ведомства Максим Соколов. Он также отметил, что в этом году субсидировались порядка 300 внутрирегиональных маршрутов, и благодаря этому авиаперевозки выросли по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, в бюджете 2017 года предусмотрено 30 миллиардов рублей на поддержку регионов по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщил министр транспорта.